том году весной мы построили своими руками теплицу. Она сделана из дерева, и также сверху у нас застелена вот такая вот армированная пленка. Но хочу предупредить, если вдруг так же будете делать, армированная пленка бывает разная. Бывает, говорят, что там плотность у нее 200, да, но на самом деле она намного тоньше. Поэтому обязательно не поленитесь и ищите действительно хорошую армированную пленку. Вот так теплица выглядит внутри. Мы сделали две двери, также две форточки. Если вы хотели сэкономить и построить теплицу своими руками из дерева, то у нас на канале есть такое видео. Простояло всю зиму, были очень сильные снегопады, но теплица выстояла. Размер ее 6 на 3, всего 25 тысяч рублей, ну, по крайней мере, в том году.